Всем привет! Продолжаем играть в South Park. Я тут заметил такую особенность, как странная музыка для каканья. Давайте попробуем. Что? Один раз можно? Ясно. Короче, какать под эту музыку классно. Знаете, прям хочется сразу сражаться. Так, нам надо вернуться домой. Так, так как я перезапускал, мне надо, значит, что я там прокачивать начал? Это? Ну, все получается. Я уже управление все забыл. Так, где наш дом? Нам же в эту сторону. Подождите. А где мы живем? Там перед нашим домом должен быть этот. Подожди, а ничего не работает? Подожди, а где наш дом? По-моему, в другую сторону вообще надо идти. Да, да, что-то я не туда. А, так мы это. Я-то думал, мы вышли у Картмана. Так, запись идет, да. Я-то думал, мы вышли у Картмана, а мы вышли-то у того чела, у Крейга. У трубочки Крейга. Бля, вот ты где, мы повсюду тебя искали. Ты хоть знаешь, сколько времени? Ты наказан. Кантон напугал. А, кстати, сейчас я хочу, чтобы ты отправился в постель и подумал о своем поведении. Кстати, так как я покупал DLC, у меня, по идее, должны быть тут снаряжения. Это что такое? Во, да, смотрите, короче, самый бесполезный DLC в мире, это вот здесь. Прикиньте, покупаешь DLC за реальные бабки, и тебе дают всего лишь второго уровня броню. Второго уровня. Ты вторым уровнем бегаешь на минут 10-20, наверное. Прикиньте, вот это вот все просто берешь и продаешь. Я не знаю, зачем это нужно. Очень странно. Так, кстати, а что у нас есть интересного, чтобы одеть и надеть? Капюшон некроманта. Добавляет 15 брони, снижая урон атак противника. А этот получит 5 очков мощи при убийстве противника. Получит 3 очка мощи при идеальной атаке на зомби. Кстати, против зомби, я просто думаю, их будет много следующих, ну, в next битвах. Получите бонус к защите, когда атакуешь зомби. О, вообще крутая тема. Перчатки некроманта. Лё, какой. Жизнь замерзула. Ну так, намного кайфовее, да? У меня есть сообщение от Алгрога, уже задолбали. Ну чё, как дела? Затяни вот это видео с ЧММ. Чертила. Спамер! Спокойной ночи, моя кроха. Надеюсь, тебе тоже понравится наш новый дом. Здесь так тихо и спокойно. Очень тихо. Швайна. Пора работать. Работать всю ночь, искать трусы. Эй, мы не остановимся, пока не найдем трусы. Я там и там и там. Пора работать. Работать всю ночь, искать трусы. Эй, мы не остановимся, пока не найдем трусы. Я там и там и там. Черт, он проснулся. Этот пацан проснулся, что теперь делать? Блин, я думаю, надо его убить. Ладно, хрен с ним, давай его прикончим. Ну какого хрена, почему, когда... Do you like me, pussy? Это, кстати, тоже отсылка на видос. Он засыпает, его сразу хотят убить. Что за бред? Do you like me, pussy? 800 хп у них. Почему у меня нет ауешки никакой? Мне надо было делать мага. Ты внезапно прыгаешь сверху на землю, выбивая опору из-под ног противника, крушая всех врагов. Жми L, чтобы прыгнуть, затем в середине прыжка жми вниз. Мне кажется, это только против гномов работает. Что-то слишком сильно. Черт, он просто шкаф, да он просто шкаф. Ну, раз мне придется его немного сдуть. Валяй, колдун. О,
Иди на меня. Так, это уже тема не сработала, я так понимаю, да? Тебе хана. О! Ебо! Блять, дома душат. Че делать? Так, надо снимать эффекты всем. Что делать? За что Гномео и Джульетта, блин? Ну ладно, хотя бы хороший дэмэдж по ним. Волшебная... Блин, что? Выкуси! Распространение синергии. Так, ну я нормально защитился. Гномы душат! Кобзда. Так, сколько это? Мне кажется, этот от отравления умрет и так. Так, надо похилиться. Этот и так от отравления умрет, поэтому просто похилимся. Нет, я хотел маленькую. Маленький батончик чоколет. Вот, я думаю, они вот примерно вот такими маленькими батончиками хилятся. Я бы тоже так делал. Да-да-да, это тоже должен сдохнуть. Он не умер? Сдохни! Изи. Надо больше трусов. Тебе хана. Чем они стреляют? Что? Финансовый обвал. Он на меня рубль уронил. О, май гуднес. Почему я... Потому что я, блин, в спальном... А не в этом, не в... Короче, я в Джимми превращаюсь. А не вот в этом. Короче, не в нормальной броне, а в херне какой-то. Ладно, надо еще раз. Ну, в принципе, я понял, что делать, короче. Первый раз мы на них прыгаем. Иди на меня, чувак. Первый раз мы на них прыгаем, а потом уже нормально бьем. Надо было больше трусов. Так. Ну это мы все видели. Теперь мы Литл Гномыча. Do you like cute pussy? И вот тут надо главное все защищать. Почему я эликсиры не пью? У меня куча эликсиров. Фак, еще не защитился. Целебный эликсир. Так, что у меня есть интересного? Может, магии какую-нибудь ударить? Вот это снимает всю броню. Бычий приход. Она шотает их. Во, надо вот на гнома заклинателя юзнуть эту хрень. Сдохни! Кайф. Классная способность. Кстати, надо было похилиться. Главное не сдохнуть, лис. Я защитил! Ся. Я защитился, лол. Омега лол. Так. Блин, ну этого сотка я так не хочу тратить. Типа ход на него тратить неохота.
Ну ладно, видимо, придется. Ой, я два раза атакую. Надо было больше трусов стащить. Мамочки, спасаемся. Кстати, как только новое задание, победи бельевых гномов. Я, кстати, сразу обратил внимание вот на эту хрень. На эту дырку. Что-то не понял сначала. Ой, что тут еще и пауки будут? Фух. Да. Так, я что-то с ней вообще не хочу сражаться. А что такое? Беги! А как сюда? Я думал, туда можно выстрелить. Да бляха-муха. Подожди. Почему у меня не получается выстрелить туда? Maybe пёрнуть. Да в говно и жопа. Я не хочу с ней сражаться. Я хочу умно это сделать. Но, видимо, придется сражаться. Видимо, что-то не получилось. Го, эликсир скорости. У меня их много, но 5 штук пойдет. Хотя, мне кажется, я и так бы ее победил. А, ну да, я зря потратил. У меня и так... Она и так в стане, я и так бы два раза бил. Впервые решил выпить кофе, да, для скорости. И бесполезно оказалось. Damn, that shit good. Иногда я думаю, что нужно рассказать ему правду. Что? Это постоянно перебирал бы лучше, чтобы он этого вообще не вспомнил. Если у него и впрямь этот талант, то он сам к этому придет. А потом они захотят применить его талант как оружие. Они не перестанут его искать. Мы должны все держать в секрете, даже от него. Я такая измучена. Может, ты просто займешься со мной любовью? Конечно, дорогая. Чел, зачем ты смотришь? Зачем ты смотришь? Совсем не интересно. Или интересно? Как открыть? Потлатый. Так, я, кажется, понял, как надо было побеждать ту крысу. Там тоже были такие штуки, по которым можно было залезть. Так, а что здесь? А, здесь, знаете, что надо? Нет? Я предположил, что да. А, вот так вот. Во, и теперь это сработает. Меня супер смущают эти звуки. Сюда. Так, нет, подожди. Ты должна была тоже попасться в эту ловушку. Так, окей, ладно, минус... Хотя бы минус одна. Так, а что в той стороне тогда? Одежда гнома. Кста, надо нацепить на себе.
Так, одежда гнома против что? Добавляет 30 брони, снижая урон от атак противника, получает бонус к защите при использовании двуручного оружия. У меня не двуручное оружие. Но... Ладно, пока не против зомби, можно и это забабахать. Так, а все остальное у некроманта. Ой. Так, хорошо, что я вернулся. Так, здесь все, нам надо идти. Главное первым ударить, чтобы и броню, и атаку. Изи. Я не могу слушать их. Это так. Кстати, смотрите, там внизу есть. Это что, нам надо возвращаться? Потому что там был сундучок, а в сундучке, скорее всего, были эти перчатки или еще что-нибудь. Чекайте, да-да-да, вон. Как я сразу не обратил внимания, странно. Давай-давай. А тут шлем гнома. Шлем гнома добавляет 15 брони, снижая урон атаках, получает 3 очка в прямую мощь. Ля, какой угарный. Чисто я. Ой, супер мяч получили. У меня 10-й? У меня уже, кстати, 10-й уровень-то, на самом деле. Лоу. Да, надо было делать так, и мы бы ее изи забабахали. Новое сообщение от пользователя Грого. Вон, пигнали. Так, надо осталось найти перчатки. Я хочу весь сет гнома. Да. О. Кирка гнома есть. Она посильнее будет? Да, она намного сильнее будет. Так, с этого тогда надо снять. Кирку забабахать. И... What the fuck? Как сложно. Так, 50 тошноты, а во второй хочу... Огонь. Не, подожди, у меня еще посильнее огня. Типа там добавляет... Тупой жестик! Надо супер медленно. О, шок. Пойдет. Ля, кирка какая жесткая теперь стала. Осталось найти перчатки. Осталось перчатки найти. И мне не нравится, что я их еще не нашел. Надеюсь, я их не пропустил. Так, а если тут еще раз подняться, то что будет? Как они долго этим занимаются, кошмар! Так, тут я все проверил. Пожалуйста, хоть бы нашлись перчатки. Хочу полный этот сет. Нет. Не смотри. Не, я не могу. Я хочу, но не могу смотреть. Черт, пацан до сих пор не... Он не остановит, пока опять не станет нормального роста. Колдун, похоже, он по твою душу пришел. Что? Черт! Здесь еще такой... Бля, я не могу это смотреть! Давай, трахай же меня. Это все, на что ты способен, сучонок? Да, называй меня сучонка. Хорошо, грязный сучонок. Ладно, надо быстрее драться, чтобы это закончилось. Я не могу их слышать. Так. Ну, го этого тоже ваншотнем. Сакана!
Вы куда смотрите, алло? Руки на стол, ребята. Руки на стол. Так, а если я вот этим выстрелю, ну что будет? О, я так и думал. Кайф. О, я не смог... Ладно, он сейчас умрет один хрен. Блядь, как это странно. Рваные трусы. Был бы тут элемент стейлса хотя бы. Там уворачивай. Я ни за что тебе не расколдую, хоть режь меня на кусочки. Ну, пожалуйста, не туда! Ты... Бля... это так стыдно. Теперь ты познаешь, если ты будешь бельевых гномов. Бля! Забанят. Гениально просто. Так, подожди, давай сначала вот это я так... Гу, ударим ему по яйцам. Не, давайте снимем броню, а потом ударим ему по яйцам. О, норм идея. Да, ну, о! Сосать! Защитился. Нажимайте А каждый раз, когда твой кулак опускается. Я не умею это делать. Слишком сложная атака. Надо еще раз попробовать. У меня один раз получается, что? Арми Бес! Да! Уворачивайся. Они там что, как у деда, что ли? Такие трехметровые. Кстати, надо же зелье пить, то я что-то забываю про них. Вот сейчас бы эликсир скорости мне нормально помог. Поднять и разделить. Самое некомфортное место, где можно этим заниматься. Так, надо было бы ему на самом деле еще... Твою мать, болс! Ну ладно, это не... Это как в Годуаре, конечно. В Годуаре даже посложнее было. Я забыл, как это называется, когда вот так вот нажимать надо. Го ему ударим. Бул. Бычий приход. Нифига там дэмэджа. Скукоженные трусы. Он пробил. Надо было дальше трусы. Хорошо, хорошо, твоя взяла. На, возьми. Бери, бери, ты сможешь стать маленьким или большим. Смотри сам. Мы просто хотели собрать трусы, чтобы Такабел больше не заваливал наше подземелье мир своей токсичной зеленой слизью. Вообще-то зеленая слизь это... Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Я не нашел перчатки, кстати. Цук! Я перчатки не нашел, гномии. Понял. Теперь ты можешь уменьшаться до размеров гнома. Жми LB и выбери гномью пыль или кликай LB, пока не дойдешь до нее. Hey,
Эй, парень, раз уж ты изничтожил цвет нашей нации, может быть, поможешь нам набрать трусов? Нам совсем немного осталось, чтобы план. Так, а разве я им... Стрэнг, господи, у тебя получилось. Ладно, прощай, от тебя должок. Нет на тебе больше крови. Предмет снят, трусы. Теперь все... Все одежешься, осеревчишься. Новый друг. Белевой гном. Блин, а чё? Ну, так нечестно. Он её нюхает. Он нюхает эту пыль. Блин, я хотел... Похоже, ты на рынке новые трусы ищешь. Блин, обидно. Обидно, капец. Так, а что у меня за задание? Вниз надо спуститься. Фу, я на них теперь смотреть не могу. Кошмар. Ужас, это реально. Такие сидят. Сынок, я прямо сейчас дам тебе 20 баксов, если ты что-нибудь скажешь. Надеюсь, твои новые друзья хорошо воспитаны. Так, ладно, что мне надо делать-то? Встретиться с Кайлом на заднем дворе его дома, чтобы обмозговать план возвращения палки. Так, обыщи канализацию. Обыщи территорию вокруг церкви, чтобы найти iPad Кевина. Вот это можно сделать. Фу. Фу, пожалуйста, я не могу теперь на родителей смотреть. Эй, в эльфийское лицо проводится... Понятно. Сейчас до церкви сгоняю. Так, это что такое? Высадка детей? А, канализация. Так, еще мне надо к Иисусу. Православный вперед, патриарх Кирилл идет. Вон. Теперь у него можно забрать... Господь с тобой, сынок. Сын мой, кроме как в драках. Четкий призыв разблокировал. Найс. Так, ну... Блин, обидно за то, что мы не нашли перчатки. Супер обидно. Ладно, так как тут уже пошли... зомби, берем... Некромантию. Кстати, может вставить что? Добавлять им броню, снижая урон от атак. Дальнобойные атаки наносят на 40 больше урона. Получи одну очко мощи при нанесении шокового урона. О, вот тут можно, кстати, взять. Ой, да, нет, все правильно. Атаки ближнего боя наносят на 50 больше урона. Пойдет. Берем. И последнее. Так, у меня есть что-нибудь? Получи 5 очков мощи. О, дальнобойные атаки пойдут. Все нормально. Давно я не сражался с зомби. Давай, ребята. Как же она ломает броню, это капец. Я. Так, теперь то же самое пользуем на самого зомби. Блин, жесткая атака, короче. Мэйби убьет. 835 он теперь наносит, ничего себе. Fuck damn it. А чё, кошки такие слабые теперь по одному наносят? Это у нее столько брони?
Так, а что метка смерти делает, я забыл. Она снижает броню. Да, защита хромает. Если дразнишь зверя, то что-то... Они так быстро говорят, я не успеваю еще прочитать. Си. Са. Си. Так, ну и где я должен тут iPad найти? iPad Дислав. Возле церкви, он сказал. О, нашел. Отсюда? Да. Тэмэ. В этот, что ли, дом? Или в этот, что ли, дом? Или нет? В игре спрятано 30 чимпанкмонов. А, в это, да, дом. Не. Так, держи айпад. Отлично, кадет. Галактика в долгу перед тобой. Да будет тебе известно, что я всегда был и всегда буду. Так, ну это задание просто для друга, да? Интересно, а мы сможем Элгрога сейчас завалить? Оружие, замедляющая ракета. О, на 4 уровне. Я, видимо, это должен давно был сделать. Пройти это задание. Пойти, что ли, Элгрога попробовать завалить? Так, чисто для интересика. Получится, чидачи нет. Тебе! Си. Сан. Чи. Я уже не помню, сколько у него там ХП было. Back, but... Это ты. Ты, чел медведа свин. Может, обойдемся? О, у него 7000 ХП. Блин. Не, мне кажется, я не смогу это пройти. Кья! Че, надо посмотреть, сколько вот у них ХП. Защищай прошлого типа президента. 1700, 2000. Вот этот посередине, который мне не очень нравится. 1! О, не, я еще очень рано сюда пришел. Не, зря я сюда пришел вообще. Нафиг, даже не буду пробовать. Надо валить отсюда. Так, у меня, кстати, доступно обновление. Наносит дополнительный урон, размер который зависит от прочности твоей брони. Ага. Ладно, погнали, короче, тогда по основному сюжету. Син. Сан. А, командир Чумошник решил осчастливить нас своим появлением. Начнем. Люди и эльфы Зарона, злые силы напали на нас. Проведя расследование, я пришел к выводу, что весь наш мир в опасности. Клайдовая крепость тьма высотой более 4 этажей. На данный момент он завербовал в свою команду... Оставьте это для Кайла.
Ты хотел что-то сказать, магистр? Мне кажется, довольно забавно, что средневековые темные эльфы используют PowerPoint. Пацаны, это серьезно. Клайд пытается собрать армию тьмы. И полагаю, он созвал с силами, которыми не сможет контролировать. Его армии многие наши друзья. Поэтому единственный шанс на выживание для обеих наших... Я не успеваю! Теперь мы извиняемся, а может еще извиним, например, за нарушение правил? Эй, это человеческое правило, а не наше. Дырку от моего паладинского зада лизни. Хороший эльф, мертвый эльф. Whether we are human or elf isn't gonna matter one bit if all of Zarn is taken over by German zombies. We saw what that green stuff does. We better figure out a way to stop. Нам нужно придумать способ остановить Клайда. Я не успеваю. Потому что нам нужно договориться с другими группировками, с пиратами, федерацией и девчонками. Девчонки? Кайл, девчонки не станут с нами играть. Да, чувак, убедить их мы не сможем. Мы нет, но новичок сможет. Он обладает способностью сущности, которая нам непонятна. Он находит друзей в Фейсбуке быстрее, чем кто-либо. Он и правда занятный фейсбукер. Придумай, как уговорить девочек встать на нашу сторону, командир Чумо. А я позабочусь о других группировках. Все остальные возвращаются на свои базы и готовятся к войне. Ура! Фух. Они... Новое задание. Завербуй девочек. Приятель разблокирован. Новый запрос на добавление друзья. О, у меня теперь Картман в друзьях. Ты сраный предатель, Чмо. Быть может, это и Альянс, но Альянс ненадежный. Билл, ты гей. Тимми. Я не понял. Это он так быканул на меня? Так, окей. Что у них есть по снаряжению? 10 уровня у них только снаряжение. Одежда монаха. Кстати, я хотел как раз себе монаховскую... Оружие. Боевой лук. Хуже моего. Оружки тут хуже. Это меч 12 уровня. А у меня пока не 12. Снаряжение. Так. А, это продать можно все, кстати. Ща. За надевамбу. Монах. Монах. Сюда бы еще самурайский меч. Так. Тут у нас лучшее, тут лучшее из лучших. Все, остальное можно все продать. Короче, есть достижение в Стиме, типа пройти всю игру, не продав ни одного предмета. Да-да. Неплохой. Ну, вообще можно, на самом деле, не продавать. Тут и так все выпадает нормально. Так, но я уже это просрал. Оружие. Так, ну все, будем так ходить. У этих что есть? О! Они теперь в друзья добавляются. Нет, этот не добавляется. Так, кого у меня еще в друзьях нет? Говори с Кайлом, а не со мной. Он же твой лучший друг. Ты что, обидку кинул? Кейп аут. Крис Донелли. Ну как этого Элгрога завалить? Он меня бесит. Там слишком много надо всего. Так, тут ничего интересного. Теперь мы на одной стороне. Если ты хочешь, чтобы я сражался с тобой, я буду. А если тебе просто нужен человеческий щит? О чем говорит? То у тебя есть Картман. И что, я теперь могу их юзать? Я пока никого не могу юзать. Так, ладно. Так, сколько я уже играю? 39 минут. Сейчас давайте чекнем. Завербу девочек, Хэнки. Поговорить с фермером Биллом на местной ферме. Найди складскую ячейку мистера Маки на складе и храни сам, и оставь там его монитор. У меня есть ключ для этого. Сейчас проверим. Если у меня ключ. Так-то тут ячеек куча.
О. What the fuck? Думаю, мистер Маки никогда не придет сюда. Чекпак, мэн. Куда идти-то? Как тут идти? Прорубаем. О, я что-то начал понимать хотя бы. А то тут так навалено было. Так, ну я вон вижу перемещатель. Окей, хотя бы что-то. Надо все лишнее убрать. Коси, реально косим. Чинпанкман, так что мне тут надо было сделать? Я вон вижу перемещатель. Ой. Грим, ключ от почты Маки. Какая-то хрень. Блин, я так хочу, чтобы в России были такие же склады, вот эти, как в Америке. Ну или что-нибудь типа. Я не знаю. Это было бы так круто. Прикиньте, сколько шмоток. Я думаю, так... Я вообще думал, так можно гаражи продавать, но... Это надо вот находить. А вот чтобы в Инессе... Просто вот смотришь эти видосы, где там покупают склад за $1, да, такой, который никому не нужен. И они начинают, типа... там поднимать такие бабки. Так, окей, что там дальше надо сделать? Найди складскую ячейку мистера Маки на складе, храни сам и оставь там его монитор. Что? У меня есть монитор? А вот, да. А. Принесет монохромный монитор. Вернись к мистеру Маки. Так, а туда я попасть наверх не могу пока. А как туда попасть, интересно? Я думаю, мне кажется, потом будет джекпак какой-нибудь, чтобы я смог летать. Мне кажется, такая тема будет. Капец, тут зомби! Ты по зомби ударь. Не заводи нас. Мне пока вот это больше всех нравится. В смысле устойчивый? Хочешь сказать, он ничего не нанесет? Почему там написано неустойчивый? Он капец устойчивый. Ой, странно, почему не было АУЕ урона? Че за дэмэдж? Давай что-нибудь используем. Давай хилку. Не знаю, я уже просто вижу 2000 хп, все, я бессмертен. Ну, выглядит эпично, да, но... Дэмэдж говно. Ну, он типа поджигает, но такое все равно.
Так, как пройти теперь? Куда ты? Сюда мы никак пройти не можем. Хочу услышать гей-фиш. Гей-фиш. Так, задание. Где он у нас тут, мистер Маки? Ага, я понял, где он у нас, рядом со школой. Короче, это задание отдадим и пойдем уже дальше по основному. За девочками. Мне очень нравилась серия в детстве, где пацанам сказали, что типа из-за девочек у них спит, и им надо носить презервативы. Там это... как в мистер в мистере Максе, в Безумном Максе. Короче, мистер Макс. В Безумном Максе, короче, была сцена. Там еще Кенни умирает от бумеранга. Ладненько, спасибо. Ты же выбросил, что я просил. Тебе может поглядеть, что убедим девчонки. Давай станем друзьями в Фейсбуке. В основном задание, чтобы... Я сейчас сижу на толчке, откладываю огромную вонючую личинку, потому что я тупой жиртрест. Лол. Выбрал бы пароль получше, жиртрест. Да ну вас в жопу, реально. Короче, побочное задание, чтобы чисто друзей набить и все. Что это такое? Почему у меня на столе гречка? Очень странно. Ну ладно, оставим на потом. Что, спасибо за просмотр. Вот такая вот серия получилась. Молчи, работай. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.